forget it, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, Синий угол ринга приглашается Стас Мердов, Украина, Union Boxing Promotion. Стоп, выполняет команду, внимательно слушать команду. Готово. Все. Бокс! Держишь.
красного угла ринга Павел Матюк. Ему 19 лет. Родился и живет в Донецке. Руки выше. Да что ты не работаешь? Чего? Выиграл 40. Что случилось? Все нормально. У тебя нормально все выходит. Работай, Паша, не гони. Вон, хочешь воды? Мечтает стать чемпионом мира. Жизненный интерес не шагу назад. Не, это самое. Скорость, ты теряешься. Знаешь, что нормально? Чуть прозевал это самое. Ты пережидаешь, когда пропустил. Оттяжку забыл. Оттяжку? Правда? Оставайся. Оставайся. Пожалуйста. Процветайте, не зарешайте. Куда? Бокс. В Донецке. Стаж занятий боксом 19 лет. На профессиональном ринге 6. Провел 27 поединков, 22 выиграл. 16 из них завершил нокаутом. Любимое занятие – игра на бильярде. Ты куда?
резко бьешь. Арцист, спортивные достижения, чемпион Украины, участник чемпионатов СССР 89-90 годов, чемпион России среди профессионалов, обслуживает титульные поединки за звание чемпиона России, рейтинговые поединки и титульные поединки за звание интерконтинентального чемпиона мира, работает государственным тренером по боксу. Жизненный девиз – ни шагу назад. На живот переключается. Бакс!